пятого тура первенства России по футболу. Торпедо Владимир Петрович Иванов. Счет встречи 1-1. И на ваши вопросы готов ответить главный тренер Ивановского коллектива Дмитрий Владимирович Парфенов. Дмитрий Владимирович, ну по традиции, ваш комментарий по матчу. Боевая игра, на что мы, в принципе, были готовы, потому что Владимир две предыдущие игры сыграл неудачно, учитывая значимость игры для них, конечно, это будет подобно жизни и смерти. Мы видели, как команда радовалась ничьей у себя дома. Своих ребят хочу поблагодарить за самоотдачу, что они это и заслужили, чтобы люди радуются ничьей на последней минуте. Хорошо, ваш вопрос, коллеги. За отсутствие Монах мы заканчиваем нашу пресс-конференцию. Спасибо.